Ну что ж, добрый день. Я хочу сейчас сыграть турнир по своему любимому виду соревнований по ящикам. Вот, я уже играл, но это было без комментариев. Я записывал тоже. Вот, но это было без комментариев, это было достаточно давно. Сейчас опять же хочу поиграть, но уже с комментариями. Игроки выбираются случайным образом, я тут ничего сам делать не могу. Вот, ящики. Будем играть... 3 это стандартное количество побед, 7 максимальное. Давайте до 4, например, на сложном уровне. Вот. Я играл до 7 и играл за другого персонажа. Но сейчас я хочу до 4, чтобы не так много, и за Крэша. Вот, тут правила написаны. А иногда такой глюк, что текст не прочитаешь почему-то. Фуй! Тут... Вот я играю за крышу, плюс тут еще есть крокодил. Вот мы с ним поднимаем ящик и кидаем его очень на короткое расстояние. А вот эти два других, они наоборот на далекое расстояние могут кинуть. Смотрите, видите, как далеко кидает и очень быстро. А я кидаю медленно и на короткое расстояние. То есть тут 2 на 2. То есть два персонажа, которые далеко кидают, два персонажа, которые близко. Смотрите, flawless victory, как в Mortal Kombat говорится, я жизни ни одной не потратил. Конечно, лучше сначала замочить тех, кто далеко кидает. Но мне, в принципе, пофигу. Я всех мочу. Этого уже унесло. О-хо-хо-хо. Ай, сука, блин. Не будет мне Flawless Victory второй раз подряд. Сука, блин, поганая нах. На. Ах, он видели, он перепрыгнул? Я в его сторону ящик послал, а он перепрыгнул. Умный, сука. Ничего, насколько бы ты не был умный, я и тебя запердолю. Давайте постоим, посмотрим, как ребята будут разбираться с ситуацией. Я хочу в джунгли. Ой, яблочки. Кушаем яблочки. По! Сейчас он его загасит, смотрите. 100 пудов. Куала останется. Я же сказал, что куала останется. Посмотрим, что он будет делать. Петух, на! Ладно, пойдем в атаку. По! Атаку! Скрахуел нахуй. Этого уже замочили. Он сосет. Мы опять с куалой остались. Прям любит он меня, нахуй. Ну что, 4-0. Всех раздраконил. Сейчас мой любимый уровень в космосе. Там дырки будем делать на полу. Я, наверное, за 10 минут 2 уровня пройду. Если так всех убивать быстро. Делаем дырочки, господа, не стесняемся. Ха, тоже упал. По. Эдгар Аллан По. Этот чувак фанат Эдгарда Аллана По. Он все время говорит «по, по».
О, у меня скороходы. Здорово. Сейчас он упадет в дырку. Они тут часто падают. Компьютерные. Я же говорю. Петух. Куала, привет. Здорово, дружище, как дела, нахуй? Обратите внимание, вот этот зеленый, мелкий вот этот. Вот этот. А, он уже убит. Когда его... О, смотрите, прикол. Ой, сука. На. А он уже умер. Этот зеленый мелкий, он, когда его ранит, он все время говорит «по, по». Вот он. По. Ай, блин! Я чуть в дырку не упал. Сука, меня замочили. Удивительно. Ладно, давайте. Чтоб не ждать. То время идет, я сейчас не хочу тянуть время. Все-таки турнир. Что я в предыдущий раз лоханулся. Так конкретно. Кстати, когда там чемпионат мира по хоккею-то начинается? Уже май. Что, блин? Сейчас не об этом-то. Ты, сука, отъебись. Сейчас, конечно, разговор-то не об этом, но просто... Я что-то не помню. Чуть на нитро не попал, видели? Сейчас подождем, пока он в дырку упадет. Петух. По! Слышали? По! По! Тебе твой Эдгар Аллан По не поможет. Я тебя все равно поимею. Пойдем на Дингодила. Здорово. Кто там По любит читать? Ты что, охуел? Что-то упало, слышали? А, скороходы. Опять мы с ним вдвоем остались. Ой-ой-ой! Ну чё, По? Ой, сейчас я ему гирю дам. Сука. На. По тебе не поможет. Чё, давайте ледяной уровень на следующее видео тогда. Хотя, знаете, я, наверное, два видео в одно совмещу. Что, продолжаем? Я сейчас другое видео сделал, но я, наверное, два в одно совмещу. Иногда, когда я совмещаю, то почему-то во втором видео рассинхрон аудио и видео получается. Если сейчас такого не будет, тогда совмещу. А если будет, тогда придется отдельное видео сделать. Ржешь, сучка. Что-то мне как-то управление неудобно. Вдруг ни с того ни с сего. Тут вроде лед-то должен быть нормальный. Да блин. Сука, блин, что-то не то. Что-то мне как-то немного неудобно управление. Хм. Ведь даже по ящику промазал. О, гиря.
Блин, пингвин ее сожрал. Бо! Буду тогда прыгать, хули. Когда прыгаешь, тогда легче. Ну, ему, в принципе, один удар. Сука ты, блядь. На. Тоже, видите, у меня мало жизни осталось. Что-то не то. Ай, блин. Вот придурок. Он меня атаковал, когда я динамит в руках держал, и мы оба взорвались. Но так как у него было меньше жизни, то он сдох. По! Ай, блин. Видите, динамит сколько урона наносит. Придурок. Пингвина не буду пока трогать. Ай, блин, они уже тронули его. Я не знаю почему, но мне что-то тут... Управление неудобно стало, если только я не прыгаю. Раньше я такого не замечал что-то. Как-то легче было. Пока они там мочатся, я яблочки пособираю. Этого замочили. Блин, я думал, он под пингвина попадет. Отлично. Че, последний уровень остался? Ну, я-то, конечно, уже выиграю, понятно. То есть, кто бы сейчас тут не выиграл, я по-любому выиграю турнир. Ой, у него самонаводящийся. Ой, ракетки. Блин. Так. Пока он мигает, ему ничего сделать нельзя. О, он самонаводяшки взял, а я его замочил. Three, two, one, go.
Этот уровень такой достаточно легкий, потому что тут оружие вот это очень мощное. Вот, с той же стороны, то есть как бы с одной стороны, это оружие мощное, поэтому легко замочить всех. Вот, но с другой стороны, тут легко и сдохнуть. Ну что, оружие, может, против тебя же тоже применять могут. Блин, не попал ракетой. Интересно. Видите, как мощное какое оружие. Все, мне еще одна победа нужна. Давайте посмотрим в итоге, сколько кубков. У меня 15. И больше никто не выиграл, кроме вот этого хера. Видите, у него 2. У остальных по нулю. Блин, как ракеты могли промазать? То есть как бы они летят так, то что между ними есть расстояние, но чтобы они так уж промазали, никогда такого не встречал. Ну все. Сейчас будет принимать буду поздравления. Несите шампанское. Ура! Кукачан! Круто. Чуху!